Привет, бойцы! С вами проект Muay Thai CK. Сегодня я хочу тебе показать работу на файтболе. Я уже давал в прошлых видео эту работу, но сегодня я покажу некоторые разнообразные моменты, которыми можно усложнять эту работу, так как прошлая работа ребятам понравилась и решил сделать дополнение такое для более опытных. Прежде всего хочу сказать, не покупайте файтбол в интернет-магазинах, там, где идет повязка на голову и резинка с красным мячиком и все остальное. Ребята покупали, я это все пробовал, дело фигня полная. Почему? Мне не понравилось. По простой причине. Резинка получается жесткая, мячик отскакивает не так, как он должен отскакивать. И при этом резинка все время закручивается, бьет по лицу, зацепается за пальцы. В общем, работать очень некомфортно и неудобно. Делайте такой мячик, как у меня. Как его сделать, я давал видеоурок, и ссылку на него я добавлю в подсказки и в комментарии под видео. Видеокурс «Техника удара в Muay Thai». Изучи технику ударов руками, ногами, локтями, коленями и отправляй всех в нокаут. Ссылка в описании под видео. Итак, прежде всего нужно разбросаться. Когда ты разбросался, у тебя получилось все это, добавляй движение. Вперед с левой ножки, назад с правой ножки, четко в стоечке. Не ходи, как бегемот, вперед-назад с ногой. Не вались вперед-назад, а четко работай в своей стоечке. С передней ножки вперед, с дальней ножки назад. Все. И при этом добавляем удар. Если все хорошо получается, все попадаешь, можно добавлять развороты. То есть, что такое разворот? Ты набиваешь мячик, делаешь поворот на 90 градусов и сразу наносишь удар. То есть работа по мячику не прекращается. Раз, два, три ударил, на 90 градусов повернулся. Опять сразу после разворота добавляешь удар. То есть это очень хорошая работа, она учит тебя делать повороты корпусом и сразу добавлять удары. Точные удары, четкие, потому что после разворота надо по мячику попасть. Следующий наш level up — это провал мячика. То есть ты набиваешь мячик, и когда он возвращается, просто его проваливаешь. То есть поворачиваешься боком и даешь мячику пролететь дальше. Таким образом, ты разворачиваешься на 180 градусов и сразу бьешь. Раз, два, три, и дальше работа идет сразу по мячику. Если начиная сначала не сильно, да, ну потом этот удар добавляй. То есть последний удар ты делаешь сильный, и мячик очень быстро будет возвращаться назад. Если заснул, получил мячиком в нос. Это очень полезно, очень взбадривает и заставляет заниматься. Итак, наш последний сегодняшний лайфхак — это работа локтями. То есть для начала делай где-то каждый пятый, каждый седьмой удар. И так выходи до каждого третьего. То есть два кулачка, третий локоть. Два кулачка, третий локоть. Таким образом у тебя руки будут чередоваться. Раз правый локоть, раз левый. Это очень классная работа. Она заставляет тебя не просто точно работать руками, но еще и учит точно работать локтем, что гораздо сложнее. Бить надо не сильно, но бить надо точечно, так скажем, добавляя чуть-чуть корпуса туда. И именно стараться попадать локтем, не предплечьем, так как мяч будет лететь в непонятном направлении. Это не всегда будет получаться, и это у меня не всегда получается. Иногда мяч проходит мимо, иногда попадает на предплечье, но это все не важно. Наша задача — учиться и набиваться. Подписывайся на канал, ставь лайк, делись видео с друзьями, жми колокольчик. Подписывайся на мои соцсети, я туда выкладываю интересные видео с тренировок, которые ты можешь найти в описании под видео. И я жду от тебя комментариев по поводу этой работы, получилось у тебя или нет. Настойчивости в тренировках.